Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Виктор Кошак. И сегодня мы играем Гаррис Мод. Карта у нас пиццерия, которую закрыли. Ну, будем расследовать, что же здесь произошло. Ребята, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Даже музыка, слышите, какая-то страшная? Я вот ничего не налажу, музыка. Вот она на самой карте сделана. Ну что, мы идем. Пойдем. Гарфилд, короче, будет с этим. С монтировкой. Смотрите, как асфальт прикольно сделано. Просто шикарно. Да, музыка очень страшная. Смотрите, все закрыто. О. Будем с этого входа? А как будем? Витюша, у тебя же есть монтировка, разбивает и все. Сейчас. Ребята, заходим. Кстати, дверь. Я сегодня Витюша, да, буду? Ого, вот это жахнуло. Здесь какой-то офис. Угу. Директор какой-то, да, здесь. Мне здесь не по себе как-то. Смотри на потолке, они какие-то как будто протекают. Плесень. Да, плесень покрылись уже. Не, ну здесь прикольно, все красиво, четко. Фига себе, этот блок, посмотри, он тут уже зачахший. И стены, смотри, все такие уже. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. У нас только самое интересное начинается. Так, а доски разбиваются? Ломаются, Димон. Отлично. Сейчас, сейчас скажи, будем тут ремонт сейчас делать. Обои стекла, поклеим. Стекла ломаются. Во. Это знаешь, мы сразу нашли путь, как отсюда сбежать. Идемте дальше. Стекла хотя бы не бронированные. Что-то слышу. Что? И здесь еще есть подсобное помещение и выход на крышу. Слышно? Ого. Тихо. Что заиграло? Что-то вдалеке мелькнуло, да? Так, ребята, давайте найдем подсобное помещение, на крышу выйдем. Мне интересно. Так, кухня. Кухня. Вот. А нет, здесь ничего нет. Угу. Кстати. Блин. Интересно, мы выйдем на крышу? Хочу на крышу попасть. А я крышу. Мне кажется, это и все. А вот же еще проход есть. Кстати, Димас, тут на кухне что-то светится, какие-то это штуки. Смотри, выключи свет. Блин, вот это молния. Выключи свет, смотри, там вот эта штука. Глаза светятся. Прикольно, так это пирожное, которое Чика дает. Только оно похоже не на пирожное, а на какой-то скелет. А почему оно светит? Ты что тарелками кидаешься? Ой, можно разбить. Проход еще сюда. О, Димон, иди сюда. О, смотри. Класс. Видишь, на самом деле, какое пирожное? Оно доброе. Но нет, там зубы подожди, были. Подожди. Это похоже на четырех этих охранников. Да. И глава их не походу. Какой-то он веселый. Вот, да, тут написано security. А, короче, этот охранник, он этих детей-то сам воровал и отдавал аниматроникам. Он с ними договорился. А вот, Димон, смотри, мы здесь еще не были. Вот, где много автоматов. А, вот оно. Тут еще куча всего. Вот это мы, короче, исследователи. Вы слышите? Где? Чего слышал? Я слышал что-то. Я ничего не слышал. Это она играет или нет? Она. Я слышал какие-то шаги там. Что-то вот где-то вот в коридоре слышал шаги. Ниндзя с ноги! Никого нет. Я слышал здесь шаги какие-то. Так, подождите. Вот я где-то отсюда слышу шаги. Вот смотри, смотри, тут какие-то следы. Да на тебе. Смотри, Витька, прикольно, да, кровавые следы? Как будто кто-то сюда идет, а никого нет. А может там дверь никуда? Не знаю. Но очень прикольно сделано.
Жуть нагоняет сильно. Ну, открывайте калитку. А, это дверь Хогвартс. Тут закрыто. Нельзя, значит, пройти. Так, смотри, лестница, типа, показывает, ты упадешь на жопу. Вау, класс. Четко. О, наконец-то вышли. Прикольчик. А, смотри, розовый человек. Ой, фиолетовый. Он внизу здесь где-то был. Откуда он появился? Не пугай меня. Я хочу так заглянуть и боюсь туда упасть. Так, я вижу, никого нету. Смотри, ну смотри. Где? Он только что тут был, я видел. О, вот он, вот! Вот он, вот он, где? Вот он! Да вы что, не где? Видите его? Вот он! Ну, где? Вот он, ну все видят, да что. Я... Ну сзади, сзади, сзади! Где? Ну я тебе серьезно говорю! Сзади! Все, я по нему стреляю. Тихо, 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 тихо. Дима, ну не двигайся, реально, мы бы уже убили его. Да мы бы уже убили его, он багается. Он не может залезть. Блин, да что ж оно гремит так, а? Витя, ты попадаешь по нему? Не знаю, нет, по-моему. Я тоже по нему не попадаю. Дима, ну не знаю, ты обречен. Спасите меня. Да, ну не знаю, надо как-то поймать. Он в воздухе висит и дамаг не проходит по нему. Попробуй на плоскость спуститься и бегать тут по кругу, а мы будем валить в это время его. Давай, ты будешь наживкой. Дима, на себе я это делал? Еще один! Это он что, это самый дерзкий? Тихо. Я живой. Вот это мне повезло, ребята. А, что это такое? Вот он, сзади, 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 смотри. Опа. Я, короче, иду наживкой. Ого, они там за... На. Какое-то противодействие против охранников. Отстань. Я обречен? Дима, все, я его галю, я его гасю. Есть, я одного сложил. Еще один, ребята, мы их здесь убьем. Мы очистим эту пиццерию, здесь можно будет еще кушать вкусную пиццу. Ну че я по нему не попадаю? Дамаг не проходит. Есть. На, убью. Фух. Идемте вниз, я не хочу на крыше. Я иду вниз, не хочу. Минус один. Здесь очень опасно. Уходим, уходим. Так, дверь закрыта. Меня еще убило. Офигеть! Я не хочу там находиться. Бежать, 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 бежать. Беги, Димас. Димас. Вот дверушка, которая светится. Жесть. Слышал? Я сейчас умру. Дима, на тебя вижу, ты с фонариком ходишь. Ты видишь меня? Да. Я в углу сижу. Тихо, 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 пацаны, сидим. А сколько мы убили? Тихо, там кто-то дверь открыл. Сколько мы убили фиолетовых человек? Не знаю. Людей. Так они разные. А сколько их вообще было по сюжету? Может, их столько здесь и будет? На! Жесть, я слышу. Блин, патронов нет, вот это я пришел стрелять. Открывай огонь на поражение. Это не в подсобке. Тихо. Все хорошо, все спокойно. Димон, что ты видишь? Ничего, тут просто подсобка. Здесь тоже хорошо прятаться. А не, мы вроде двое. Они Витьку не взлюбили. Димас, да. Мы, кстати, вроде как двоих пурпурных человек. Сзади, Димон! Нет, я хочу же... Ты ни разу еще не умер. Мне везет просто. Как говорил один человек, дурачкам везет. На удивление, живой. Очень классное место. Так вообще стрёмно. Тихо. Фух, это вы. Мы убили двоих, осталось еще двое. Потому что я видел их четверо. Их было четыре человека. Так, кот Гарфилд идет на разведку. Сзади! Блин! Как это больно!
Видите, храбрость иногда нехорошая вещь. Блин, я слышал прям, как кого-то чикнуло. Димон, давайте здесь будем. Давай здесь, Димон, на поле. Сзади. Вот он, вот он. Ты что, хитрый, да? Вот. Еще один. Два за мной. Ребята, помогайте. Спасайте. Так, не попадайте по мне же. То не убьют меня не охранники, а вы меня убьют. Опять за мной? Да. Ах, как под ребро. Бедный котик. Надо их ПГ. За котика надо убить его. Смотри, за Витюшей бегаю. Вот, Диман, это было четко. Все, теперь молодчик. Мы зачистили. Проклятая пиццерия. Так что давайте аккуратненько идти. Хоп. Я на столе. Тихо. Слышал? Ребят, о, музыка включена. Сейчас будет атака. Опять песня эта. Смотри, пошел, пошел, пошел. Я живой, я живой, я живой. Я ухожу. Я стекла сзади бью, они. Тихо, марионетка. Стол перевернулся. Вот это жесть. Что, ты сильно умная, да? Здрасте. Я живой, пацаны, помогайте. Она прям рядом. Так, ребята, аниматроники объявили нам войну. Будем мстить. Супер за всех войну. Детей, которых они обидели и убили. Это жаркая встреча. Я не ожидал, что она на меня выйдет. Так, а я вижу, кто-то на окне стоит, шкерится. Что, Диман, страшно? Ну да. Оп. Она бежит. Мне она не достанет. Я в хорошем месте. Я слышу взрывы. Так, я буду помогать. У меня есть РПГ. Сдохни! Вау! Да, РПГ против марионетки не пойдет. Чего? А где она? Где она? А вот я ее вижу. Прикольно, да, Дима, она тебя гасит? Сделать. Машина! Во! Да что ж оно сверкает так? Есть. Тихо. Откуда этот звук? Ох, этот Фредди. Гасите. С него кровь выступает, значит, в нем сидит дохлый человек. Очень. Очень дохлый. Не знаю. Мы сейчас его убьем, осталось чуть-чуть. А ты что здесь забыл? И фонарик! У меня фонарик не работал почему-то. Че, этот пришел, что ли, шкет? А, вот почему не работал. Вот говнюк пришел. Смотри, светящиеся глаза Чики. Я их помню. Красивая Чика, красивая. Ну, я знаю, как от нее отбежать можно. Блин, доски, сразу не забежишь так. Как специально, да, Димон, доски забиты, чтобы сразу не забежал. Вот дверь, тут по-любому можно зайти, я знаю. Нет, нельзя. Но мы оторвались. Фонарик так не работает. Все, сейчас мы его убьем. Осталось чуть-чуть. Фонарик не хочет включаться. Откуда? Манглишка. Прикольно это было. Так можно посидеть чуть-чуть. А где раньше Виктор? Времени. Виктор, ты где? Я не знаю, мы вдвоем очень. Все, есть. Еле-еле убит. Прикольно мы его. Виктор как кенгуру тык-дык, тык-дык перескакал. О, Чика. Чикатило, иди сюда. Нарисовалась. Ой, я по Димону попадал чуть-чуть. Она, знаете, как такая немножко зомбячая ходит, так руки немножко вытягивает. Смотри, смотри. Она над ней можно поиздеваться. Все. А по кому вы стреляете? О, это кошмарный Фредди. Кошмар. О, как он, смотри, какой он прикольный. Офигеть, он становится невидимым.
Ну... Тихо. Он как... Ах ты, жизнь моя! А кому стрелять? Вот ты его испугал. Видел, как он классно делает это? Он становится... А где он? Его видно. Его видно как-то. Я не знаю, но Виктор его видит. Я его... Смотри, смотри, раз я не вижу. Да жесть. Не, ну это вообще. А, да его не видно. Я не знаю, что это. Сколько у него жизни? 10 тысяч, да? Да я не без понятия. Это... Его можно по пулям видеть. Дима, он сейчас тебя убьет. Я его не вижу. Я его тоже не вижу. Вот он. Где он? Есть! Фух, еле-еле. А прикольно! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!